или кальмары. Так как мы их будем варить, вытирать бумажным полотенцем смысла нет. Но если бы мы их жарили, нужно было бы обязательно убрать всю лишнюю влагу с помощью бумажных полотенец. Наши кальмары уже очищены, но даже очищенные кальмары все равно нужно посмотреть на наличие хитиновых пластинок. Вот такая вот штука, например, у меня была. Поэтому, когда моете, загляните внутрь кальмара и посмотрите, нет ли там вот таких вот штучек. Если у вас кальмары не очищены, их также нужно разморозить, помыть, сложить в глубокое блюдо и залить кипятком. После чего снова помыть холодной водой. Тогда шкурка будет сниматься очень легко и просто.